Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня, наверное, будет мой последний блог о таблетках, которые мне выписывают. Потому что вроде как мы уже почти все подобрали, мне даже галоперидол предлагали есть. Но я его ем на ночь 5 капель. Да. Хорошо засыпается. А не знаю, говорила ли я про Бизак, но Бизак мне назначили с циклодолом, типа, чтобы одно помогало другому. Вот, это, по-моему, нейролептик. Потом мне выписали пантагам и зелоксиру. Вот тут я не совсем понимаю, что это такое. Но зато я очень хорошо понимаю, что тут у меня есть таблетка с напорным, которого говорить не буду, и флоксетин. И они друг друга дополняют. За месяц, вот этот вот, который прошел, если честно, это, не знаю, эффект вау. Я теперь могу более слаженно концентрировать свои мысли. И теперь, в принципе, точно понимаю, что я хочу и когда. В общем, в этом я вижу одни плюсы. Те препараты, которые у меня вызывали побочку, их убрали. Тут, может быть, добавят два препарата, и я стану нормальным человеком, представляете? Это, наверное, будет здорово, потому что всю жизнь была изгоем, а тут вот. И напишите, пожалуйста, в комментариях тему, на которую вы бы хотели, чтобы я сняла видео. Вот, также не забываем про полонкурс. Он в группе, группа, ну, ссылка на группу в описании. Это City of Glass Jetly. Вот. Я надеюсь, что у нас не будет, как в прошлый раз, того, что участвовало 3 человека. Угу. Угу. Намекаю, да. Вот, поучаствуйте со мной, что ли. Ну, пожалуйста, я хочу с вами взаимодействовать. И всем спасибо за просмотр. Если ты поделишься этим видосиком с друзьями или вынесешь его куда-нибудь к себе на страничку, я буду очень благодарна, сделаю сигнал. Вот. И всем удачи, всем пока.